Мэрия Кызыл разработала и выносит на обсуждение горожан новые и изменения в уже работающие автобусные маршруты. Проголосовать и выразить свое мнение по данному вопросу горожане могут в группе «Служба обращения мэрии города Кызыла». Новшества касаются схем движения общественного транспорта, курсирующего внутри города. Изменения уже в имеющиеся маршруты 2А. Путь следования маршрута от конечной остановки улица Университетская остается неизменным. Только маршрут будет проезжать по улице Шагонарская до Рео ГАИ. Четвертый маршрут от конечной остановки улица Полевая выходит на магистральную, далее по улице Кузнецова до остановки Восток, затем на рабочую до улицы Чульдум, далее по своему прежнему маршруту. 19-й маршрут начало следования берет от остановки по улице Байхакская напротив дома номер 2. Далее по улице Иркутская в сторону улицы Ангарский бульвар и по Московской до Калинина. Оттуда на улицу Лапсанчапа, Кичуола, затем до улицы Титова, Ленина, где будет совершаться разворот на улицу Рабочая и следовать в обратном направлении до улицы Байхакская. 20-ка начинает от остановки на улице Буренская, выходит на улицу Дружбы до остановки Восток. Затем выезжает на улицу Рабочая до Солчака-Тока и оттуда по Московской до остановки Кызыльское президентское кадетское училище, где совершает разворот и уезжает в обратном направлении. Новые маршруты 5А и 10-й. Путь следования начинают от остановки Сельхозрынок по улице Иркутская, проезжая через дома по улице Байхакская, затем на рынок Сайзырал, до Кочетова и так до остановки ТЭЦ.